Жители Тюменской области продолжают выбирать дизайн-проекты благоустройства. Голосование стартовало на федеральной онлайн-платформе по всей стране. Наш город представляют сразу три общественных пространства. Стихийная парковка на улице Республики, территория на улице Николая Федорова и школьный сквер. Как будут выглядеть площадки, решают тюменцы. На выбор представлено по два дизайн-проекта. Те, что наберут большее количество голосов, будут реализованы в 2023 году. Есть возможность у тюменцев принять участие в определении не только тех территорий, которые будут благоустраиваться в следующем году на территории нашего города, но и определить их сутевое наполнение. У всех тюменцев, достигших 14-летнего возраста, есть возможность проголосовать на сайте 72.городсреда.ру, определив то или иное наполнение, тот или иной дизайн-проект.